Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Half-Life 2. Халва 2. Давай, открывай мне дорогу. Это у нас третий эпизод вроде бы, если не ошибаюсь. Так, надо сбить вертолет. Это у нас третья серия. Так, сохранимся. Кто на нас? Так, сейчас на нас атака будет, да, происходить? Давай, опа, прыжок. Ну, вроде неплохо. Только не говори, что нас в ловушку поймали. Блин. Что у нас здесь есть? Вроде. Вроде все собрали, нет? Ага. Так, по этой жиже я могу ходить? Так, сюда. Тихо ты. Такой, как будто кто-то где-то. Так, как это? Вау! Вот ни хрена себе, сказал я себе. Вот и поговорили. Ну-ка, пустите меня. Тут точно никакой двери нету. Так, двери нет, ладно. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Стоп. Ага, ага, нет. Все-таки в этой штуке нельзя плавать. Спокойно. Назад. Так, как бы мне. Я должен сейчас был. Так, тут можно подняться как-то или что? Ё-моё, как туда попасть-то? Да ё-моё. Нет, как-то не так это все должно делаться. Вот так вот, наверное. Вот так. Вот так. Ой-ой-ой. Так, подзаправились. Нафиг. Да,
Тихо. Спокойно. Спокойно, граждане. Не надо меня так сильно валить. Чё я вам плохо, падлу, сделал? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай. Ох ты. Что у нас? Я хоть сбил их? Хоть что-то сделал? Так, ну ладно, раз пройти прошел здесь, значит что-то сделал. Подбил? Нет. Ой-ой-ой. Куда? Сел. Поехали дальше. Где этот вертолет? Мне же его надо сбить. Мне сказали сбить вертолет. И он скоро опять должен быть. Ой-ой-ой. Так. Блин, блинский, нет, нифига. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо. Вот так вот. Ух ты. Смогли. Вроде пока нормально справляюсь. Куда-то еду. На деревню. А, в деревню еду, вот куда я еду. Куда мне еще тут ехать-то? А у этого детка внучка. А, нет, какая внучка, это же дочка была. Вот туда мы и едем. Она-то телепортировалась. А про меня забыли. А так нельзя. Что у нас? Да. Есть у нас вода чистенькая, без кислот, чтобы не прогуляться. Ага, мне сюда потом. Понятно. А есть у нас что-нибудь на корабле? Ну, выдохся. Бывает. Ничего такого. Ну, туда мне не забраться. Ну ладно, хоть что-то взяли. Энергия. Жизнь.
садимся. Куда мы? Не сюда. А где еще есть проход? Где проход это есть? Блин, а их и не заметил. Блин. Так, где туда надо? А где проход туда? Где я могу пролезть? Точно, где-то должен быть проход. Стой. Так. Лезем сюда. Плывем. Так, тогда пешком давайте посмотрим. Вот, сейчас откроется. Говорю же, он должен быть. Надо было все-таки, значит, спрыгивать с него. Поехали, родимая, кататься. Вот так, так-то вот одному ехать, а тоже. Хоть бы сзади кто-нибудь присел, штурманом был. Левее, правее, быстрее, грубее, что-нибудь. Стой. Правильно. Совершенно правильно еду. Я уже думал, заблудился. Так. Куда? Сюда. Тихо. Вот так. Ни хрена себе. С чего я буду такие подарки кому-то делать? Вот. Энергия. Доходим до красного амбара. До красного бара нам сказали, да? А, вот оно что, Михалыч. Я думаю, что тут ящики-то установлены? Кого ты высадил? Что ты накидал? С вертолетом покончено. Тихо. Да. Что-то взяли. Энергию. Теперь вот тому будку, вот той будке. Что у нас там ждет? Ага. Все?
Да, куда был? Спокойно. Блин, я думал, получится. Так, надо оглядеться. Будка. Понятно, так. Как здесь можно еще? Стой, ты куда уехал-то? Автотранспортное средство. Минутку. Вот еще есть. Блин. Ладно, сейчас посмотрим. Не может быть все так печально. Что у нас тут? А, вот оно что. Мы не к тому шлюзу приехали. А потом, видимо, так вот в обход и надо будет. Кто булькает? Блин, пятерочку из-за вас потерял. Из-за булькающих. Все ваши возмущения, возражения здесь не прокатывают. Так что... Ё-моё, вообще бежать до нее. Чего там так далеко оставил? Вот так, сели, поехали. Да. Ну пока вроде ровненько идет. Не жалуюсь. Разворот. Вот сюда. Красный амбар. Еще. Кто тут есть? Кто в теремочке живет? Ага. Я бы ехал и потом вот там вот застрял бы, наверное. Всех хорошо.
О, что-то праздник души и тела. Гранаты. Энергии. Хорошо засели. Мне нравится. Хотя я могу сломать. А что мне тут сделать это надо? Ладно, давайте посмотрим. Нет. Нет, нет, нет. Так, и дверей нет. И дверей нет. Да ё-моё, что ты вцепилась-то ещё. Так. Понятненько. Ясненько. Что у нас тут? Вперед, вперед, вперед. И вот оно, прыгучее место. Теперь за катером. Ой, катер, бедный катер. Сейчас тебе трюк такой задам. Тут вертолетная площадка была. Поехали. Так, берем разгон. И вот теперь прыжок. Смог. Паровозик, который смог. Загрузка. Ну, ну же. Ё-моё. Давай, паровозик, который смог. Кто там? Кто где? Все-таки сюда, да, вы думаете? Ну да, придется. Вон значок стоит, кстати, даже. Красный ангар. Тут много красных ангаров. Ангаров. Да, 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 да. Нет? Что тут? Я не чувствую себя в безопасности. Так, это человек. Это хорошо. Ау, ты где? Вы в безопасности. Твою ж мать. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Можете. Доктор Фримен? Хорош меня. Доктор Фримен? Это вы? Да я. Так быстро? Так быстро, да. Представь. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. Господи, что ты когда черная меза и все, я что ли? Я вам завидую, что вы работали с Илаем и Клайнером в дни их величия. Ага. Вот, зеленый свет. Можно пройти. Давай.
туда. Я отведу вас к Элаю. Он давно меня простит, если я вас задержу. Давай. Веди меня. О, шкура, стой там. Тебя не нам приглашали. Точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время. Давай, давай, скрывай. Будь у нас больше людей с твоим опытом. Хочешь? Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабиал. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями? Ну вот, я знаю. Да. Жми кнопку. Послушайте. Один уже нажал рычаг, меня закинуло. Я говорю, как юный аспирант. За окошко. Не могу поверить. Но наконец-то мы будем работать вместе. Жми кнопку, я тебе сказал. Стоит, смотрит. Так о чем это я? А, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил. Мы выяснили, опять как инопланетяне. Зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Кто они такие? Почему вы с ними работаете? И вернуться, не пересекая местное пространство. Все так хорошо было. Начали с инопланетянами работать. Зачем? Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фриман. Ну, ты представь, как я добирался до тебя. Где твоя дочурка? Быстрее давай. Так, так. Последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Ногу потерял. Да, молодец. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. Куда мне еще? В нашем выпускнике MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный. Давай. Сейчас давай. Я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фриман, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Давай, сгори. Чувствуй себя как дома. Не так, как дома. Вот такой наглый. Боже. Вы что, меня кинули, что ли? Мы почти заставили этот портал заработать. Но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще одного пробного запуска. Давай. Ну что, вы не... Мое мнение спросили, но один хрен, будете делать по-своему. Это фото и Алекс, единственное, что я смог вытащить из черной мези. Мы все еще не знаем, для чего это. Алекс иногда приносит очень странные штуковины. Давай. Без Элая Венса нет освобождения. О, Гордон, о, ты где вы ходишь? Вы сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил. Добрался же. Но в отличие от тебя. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Конечно. На свете с чем бы Гордон не справился. Ну разве что с тобой. Вау, есть. Пожалуйста. Это бухгалтерия. Она одна, кто меня может обидеть. Поехали вверх. Что там? Посмотри-ка на это, Гордон. Смотрю. Ну? И что это? Что, все? Смотри на это, смотрю. Меня игнорите меня, что ли? Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчет. Да, я тебе все доверяю. Хватит. Кто у нас техник, ты или я? Ты не
Почему бы тебе не научить Гордона обращаться с инфляционной пушкой? Вот, ты починил, а я сломал, все нормально. Пойдем. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Игрушка. Пошли. Давай, закрывай дверь. Оставь их. Пусть помилуются. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, вот так. Я не должна сплетничать за ее спиной. Меня давай, открывай. Совесть тебя не мучает? Это старая дорога в Рейвенхольм. По ней давно никто не ходил. Ну вот, мы же идем. Раньше она вела прямо в Рейвенхольм. Так. Это я отсюда пришел. Мы вот с тобой ушли. Куда мы уходили, я уж не помню. Или все не так? Давай, открывай. Куда ты меня тянешь? Куда ты меня ведешь? Расскажи мне. Я же не барашек на убой. Идти не знаю куда. Давай. Вот мы и пришли. Пришел. Это свалка. Пришли. Пришел. Ты-то здесь и так обитаешь. Это давай. Это пушка, о которой говорил отец. Можешь сам назвать то. Ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Хочу. Она давай. Создана для работы с опасными материалами. Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Сойдет. Первый рычаг выбрасывает разряд. И можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для... Нормально. Продвинуться сюда. А еще можно подтянуть далекий предмет. О, забрался. Попробуй. Да. Есть. Ох ты, у меня теперь все есть. Вот ты как-то забралась. Зачем? Я без тебя разберусь. Все, давай. Ладно. Не ладно мне здесь. Шевелись быстрее, я тебе на шею сейчас сяду. Где ты? Да, я позову пса. Он любит команду опор. Пес, ко мне. Да. 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 А если я об тебя? Гордон, это пёс. Да. Для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так узенькая. Ну замечательно. Немного нарастила, да? Ведь? Нарастила. Ни хрена себе пес. Поиграй с Гордоном. Кинг-Конг. Мне понадобится гравипушка. Давай. Молодец. Есть. Бросай еще, пес. Конечно. Еще раз, пес.
Мяч. Вперед. Аккорд. Посмотрите, кстати, оцените, какой он. У него руки прямо. Да не могу, как у орангутанга. Да. Ну. Да. Да. Долго мы тут будем сидеть? Да. Что? Съел? Вот так. Бросай, пёс. Еще разок. Я сказала, что пес выйдет команду опор. Но я же не говорила, кто будет ее выполнять. Бау! Да. Съел. Да. Вот теперь я мощь. Давай, ну сколько-то там. Ладно, попробуем кое-что другое. Пес, давай что-нибудь побольше. Что ты там достаешь? Нет, фу, песик. Брось это. Брось, что такое? Брось, что это было? Сканеры. Сбой. Комбайны защищают территорию. Надо вернуться в лабораторию, Гордон. Ну так валим. Быстрее давай. Вон они. Свои торпеды уже послали. С жуками. Ты что, с нами что ли? Ну-ка пошел отсюда. Животное. Папа, это Алекс, как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, дорогуша. Застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Блин, такой эпизод такой долговатый. Папа? Да, долговатый эпизод. Не идите через раб. Не пойдем, хорошо. Пес, открой шлюз. Вытащи нас отсюда. Давай. Рви металл. Давай, быстрее. Возьми ее, если нужно, только открой. Давай, я видел, какие у тебя мощные Вася, лапы. Пес. А я? Давай, Гордон. Пошли. О, мне это пошире открыл. Молодец. Что? Меня не пустили, хорошо. Нужно уходить отсюда. Я не могу бросить. Давай, я ухожу. А куда мне уходить? Давай, разожми их. А, поднять. Ну тоже неплохо. Давай, кто у нас тут? Нет, я себя так коричить не собиралась. Я самый родной себе, самый родной, самый золотой. И себя уж что а коричить там уж точно не собираюсь. А я еще и могу задавить себя. Здорово. Здорово. Да. Еще и не ломается какой-то. Ящик бракованный, что ли? Да. Я боюсь. Опа, сдохло. Меня поджидало и сдохло. Так. Понятно. И что тут надо?
Ничего не понял. Так. А, вот что надо было. Все, понял, что надо было. Е-мое, вот я тупин, я все разбил. Мне теперь разбивать их нельзя. Так как это ценный ресурс, нахрен не пошли отсюда. Ценный ресурс. Хотел пирамидку устроить. Такой, будь здорова. Спасибо. Моя крова. Тихая. Мы не ходим туда, а мы ходим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это что, полтела? А где вторые полтела? Мне куда? Мне сюда. Я так... Нет, не сюда. Сюда? Нет, не сюда. Блин, блинский. Так, ладно, разберемся. И не перепрыгнет, хорошо, учтем. Где вы? Вот только не надо мне говорить, что там никого нет. Что за хрень-то? Вот так. Нормально, прогори давай. Хорошо. Так, все. Будь любезен, мне еще один баллон. Да, чтоб не притворялся. Все, он застрял там. Вот так. Ну еще один баллон возьмем. Сейчас он туда кинем. Давай. Я еще долго могу. Да. Нормально. Ой, 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 ой. Вы думаете, мне вас жалко? Ошибаетесь. Я еще тот маньячело. Да, да, ползи. Ой, бочка. Я даже не знаю, что сейчас может быть-то там, если это взорвется дело. Не взорвалось? Взорвалось? А бочку-то откинули. Их, ё-моё. Как тут воняет. Где вы?
Давай. Давай, ползи ко мне. Бля. Бля. Все. Какая прелесть. Какая экономия средств. Кто? Да, да. Господи. Вот так. Вот тут сидели. Вот падла, смотрите, сидели вот здесь вот. Так, ну ладно. Спасибо тебе, деревяшечка. Где у меня баллон? Давай, давай, не дрожи. Ой, иди не стани здесь. Дошел, ударил, молодец. Вот так. Вроде одной проблемы меньше стало. Блин. Все, все померли. Ну вот видите, больше разговоров было от вас. На. Ой-ой-ой-ой. Иди-ка сюда. Я тебя еще раз с собой возьму, такую бочечку. Уж больно ты себя хорошо зарекомендовала. И... Бунг. Я что-то не понял, ты кто, по мне стреляет? Ты по мне стреляешь? Кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Присмотри, больше присмотри. Я ничего не могу обещать. Присмотри, присмотри. Вот что он здесь ходит? Они вот ходят, а ты за мной обещал присматривать. Ай-яй-яй-яй-яй. Баллон, ну баллон. Вот так вот надо было сделать. Там еще электрический ток, я так понимаю, все это было. Дверь. Так, мне к тебе же надо зайти, правильно? Или неправильно? Где ты? Блин, не так. Да. Да. Вот так вот. Ничего не потратил.
Какая прелесть. Что тут осталось? После меня. Так, веревочка, ниточка, лампочка. А мне сюда надо вообще? Стой. Блядь. О! Давай, инвалид. Не до лед тут перелет. Вот так. Лежит. Да. И это только кишка с башки слетела. Где ты? Ё-моё. Ну вообще-то, блин, больше мыкался. Где ты? О-о-о-о. Падай. Все. Это я еще могу стул вот так вот. Да, вот так вот хочешь? Лежит, притворяется, падла. Как будто не живой. Опа, опа. Черные штуки. Уже более серьезно настроены. Вот так. Что-то где-то мы отключили на улице. Ну вот так. Блин, эти черные-то так меня напугали. Опаньки. Опаньки. Стой, стой, стой. О, вот еще одна черная. Вот падла. Где ты? Да. Я уже не был. Надеюсь, подбил. Ох ты, ух ты, кишка. Стой, 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 давай. Где ты? Все. Ну, на этом все. Продолжение смотрите в следующей серии. Пока.